Вот гуляю я по ночному Риму и смотрю на эти огромные темные дворцы, дома и виллы. И вот чувствую я, что там, за этими очень темными окнами, творится очень черное дело. Я думаю, что за этой эстетикой, за этой внешней западной лицемерной красотой, вот там что-то затевается против России. Вот там плетут интриги, ночами не спят, думают, как бы где-нибудь за... Простите, за... Саранском испортить жизнь, которая там прекрасна. То есть она прекрасна, а вот там... Нет, ты покажи, покажи, покажи еще раз. Вот это. И там их много, смотри. Там очень много домов. Очень много красивых домов. И везде темные окна. Вот там они думают, мыслят, замышляют что-то против нашей Родины. Я чувствую. Я просто это, ну, чувствую. Понимаете? Вот думаю, как этому помешать.